Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Домастер. И сегодня мы вместе с вами, ребятки, поиграем на сервере Redbox. Да, на моем сервере в Skyblock, ребята. И вы спросите: Домастер, почему же так долго не было Skyblock, ребят? Ну, я просто ленивая жопа, именно поэтому и не было. Вот, и я расскажу, что мы, кстати, взяли на остров сегодня еще двух человек. Это Сухарика и Спейса. Вот, вот он, Сухарик бегает, где-то тут еще Спейс ходит. Не вижу его, кстати, где он тут бегает. Но где-то должен здесь быть, в общем. Да, ребятки, в общем, что я хочу вам сегодня рассказать. Сегодня очень много новостей. Первое, то, что скоро будет вайп на Skygridах. На Skygridах недавно был вайп, давайте начнем с вайпа на Skygridах, да? На Skygridах недавно был вайп, и скоро уже Skygrids откроют. Скорее всего, будет не 3 Skygrids, как было раньше, а один всего. Вот, ну, там будет больше возможностей, все такое, бла-бла-бла. В общем, что нам сейчас нужно? Нам сейчас с вами понадобится снег и тыквы. Почему нам понадобится снег и тыквы, я сейчас все объясню. Я вообще сегодня на серию планирую начать строить одну интересную штуку, да, на скайблоке. Ну, для меня она будет интересна, не знаю, если для вас она тоже будет интересна, это будет круто. Во-первых, нам понадобятся снеговики. Зачем же они нам понадобятся, чтобы сделать снег? Как бы вот так вот, да. Тут были снеговики, помню, любим скорбим написано. Вот, и давайте к второй новости. Скоро на скайблоках тоже будет вайп. Уберутся 3 скайблока, они все полностью вайпнутся, но это делается для того, чтобы как раз-таки добавить острова, которые вы помните были, ну, про которые я говорил, то, что типа уникальные острова, там, ютуберов, все такое, да, то есть вот это будет добавлено. Вот, и также будет... Так, погодите, сюда их поставить, их... Давайте сюда одного поставим, снеговика, вот так вот, хоп-хоп. Так вот сделаем его со всех сторон, этой штукой, вот так вот, хоп, отлично. Все, отлично, мы сейчас под него сможем копать себе снег. А, так вот. Ой, ой-ой. А он сюда не выберется? Да, он не должен сюда выбраться. Так вот, к чему я это все говорю? А, после этого, ну, после того, как мы вайпнем Skyblock, там будет много новых фишечек. Свои острова уникальные там и так далее. Будет другой вообще плагин Skyblock, и места будет в 2 раза больше. То есть представьте, вот видите, вот эту территорию, которая нам дается изначально, да, вон там уже остров другого человека идет, считайте. А будет в 2 раза больше территория, в 2 раза, ребятки. То есть не 50 блоков радиусом, а целых 100. И для каждого игрока есть совершенно бесплатно, естественно. Вот, и помимо этого еще куча других плюшечек, ребятки, будет обязательно. Насчет Hide and Seek и Puzzle Wars, наверное, многие тоже хотят спросить. Мы же обещали, что типа откроется скоро, да. Вот, Hide and Seek откроется и Puzzle Wars до 31 августа. Ну, Puzzle Wars еще только больше под вопросом. Ну, скорее всего, да, вот сегодня буду разговаривать с Диги, что там как, да. А Hide and Seek уже точно, ну, прятки. То есть прятки будут точно до 31 числа. Боже мой, они стали намного лучше, ребят. Вы не поверите, но там реально куча и перки появились, и кастомизация различная появилась. Но там в общем, Skyblock именно поэтому... Ой, не Skyblock, Hide and Seek именно поэтому как бы, ну, так долго задерживали, потому что вот... Потому что были планы на него. Хотелось не сырой Hide and Seek открыть, как, грубо говоря, получилось с Puzzle Wars, да? Потому что Puzzle Wars простой мини-режим, да? Хотелось открыть более интересным его, более прикольненьким, что ли. И вот именно поэтому мы задержали. Так, Сухарик. У тебя есть задание. Вот видишь, короче, весь этот снег. Возьми. Также возьми блоки снега и тыквы, сделай себе тоже снеговика, вот те заборчики, да, и начинай копать снег. Можешь брать ресурсы из лопаты и копать тоже снег. Надо сделать блоки снега. Нам понадобится много снега, мы сегодня будем делать пиксель-арт с того небольшой, даже не пиксель, это будет 3D-арт. 3D-арт мы будем делать, ну, потому что Skyblock закрывается, нужно сделать что-то глобальное, что-то прикольненькое под конец Skyblock. Я хочу это сделать, у меня есть желание, есть возможности, так что давай, Сухарик, делай. Так. Тут еще Феникс Экси пришел, сейчас тоже добавлю в конфу, чтобы он мог нас слышать. Короче, Феникс Экси просто стоит, что-то я нет его в Тимспике. Странно, в Тимспике-то его нет, так бы добавил бы его к нам, ребятки, но... Нет его здесь, поэтому не добавить его. Так, нам нужно больше лопат, нам нужны каменные лопаты. Еще придется пойти копать камень, булыжник. Вот, дайте мне задание, Спейс говорит. Да тоже копай снег, нам нужно больше снега. Вот, или пусть мы с Сухариком будем копать снег, а ты, наверное, с снега делай как раз такие блоки снега из снежков. Давай тогда так, Сухарик, иди копай. Вот, я сейчас, наверное, тоже накопаю еще чуть-чуть. Вот, давай, дойди сюда, Спейс, тоже копай снег. А это из тех блоков снега, которые у нас уже есть, пойду сделаю шаблон того, что мы будем делать. Наверное, я еще перед вайпом, ребята, сниму одну серию скайблока, да? И потом уже будет, скорее всего, вайп. То есть, ну, следующая серия будет в течение этой недели. То есть, в течение недели будет еще одна серия. Вот, так что не переживайте. Тут многие переживали, что, типа, вот серии не выходят, все дела и так далее. Многие расстраивались по этому поводу. Ну, теперь расстраиваться больше не нужно будет, потому что... Что будет вайп? Да, классно, я сказал, на самом деле нет. В скобочках нет. Ну, в общем, да, вайп это, конечно, грустно, но это все для того, чтобы стало лучше, понимаете? То, чтобы стало лучше, да, Спейс, вон около моего снеговика, закопай его тут, Спейс, вот сюда иди, вот, копай здесь под ним. Лучше встанем сюда вот в воду, будет тут... Что ты натворил, чувак?
Я говорю, встань в воду, это будет удобнее. Зачем ты сломал блок, а? Вот теперь чини все сам. Боже мой, сам накосячил, теперь сам и чини. Ничего не знаю. Так, отлично. 1, 2, 3, 4. Так удобнее, кстати, блоки делать. Не знаю, как вам, но мне кажется, так удобнее реально, чем перетаскивать постоянно. Сначала 1, 2, 3, 4 ставишь, потом 1, 2, 3, 4 сюда нажимаешь, и просто shift зажимаешь, и все. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Shift. Все. Ну, вообще удобно, на самом деле, вот с этими циферками в Майнкрафте все это дело. Так, так. Ну, в принципе, у нас, смотрите, уже куча стаков, да. 1, 2, 3, 4. Забрать. Отлично. 32, 64. В принципе, снега у нас уже с вами, ребятки, ну, недостаточно, конечно, еще. Но поначалу хватит. Где же мы будем делать этот пиксель арцами, ребятки? Я думаю, сделать это где-то за моим домом. Блин, придется нового делать. Ну, делай нового спейс, в принципе. Тыков у нас много. В принципе, парится. Блин, так и не доделал себе эту штучку. Да. Эх, не доделал, ребятки, не доделал. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Какая, блин, ленивая задница, даже эту штуку не доделал. Офигеть. Так, нам нужна водичка, у нас водички здесь много. Сейчас возьму ведерко какого-нибудь из сундука, ребята, и мы с вами попробуем спуститься вниз. Потому что для нашего 3D-арта понадобится много места. Все-таки хочу сделать кое-что глобальное. Может быть, даже без записи мы тоже что-нибудь еще поделаем с подписчиками. И на уже, грубо говоря, следующей серии вы увидите результат. Либо на следующей серии мы еще будем доделать, вы увидите результат. Вот, ну что ж, погнали, 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 погнали. Это у нас какие, кстати, координаты? Давайте посмотрим. Это у нас по... Y68, в принципе, можно даже начать отсюда строить. Давайте вот прямо вот за этим лесом. В принципе, сейчас же 256 или 254, не помню, 256 блоков вроде вверх теперь высота, а не 128. Поэтому нам должно хватить, ребят. Нам должно хватить нашего 3D-снеговика. Поэтому давайте начнем строить отсюда. Прямо вот за лесом сделаем. Вот, будет, думаю, прикольно. Мы его сделаем реально красивеньким. Ну, я хочу его сделать красивеньким. Не знаю, как он получится. Я буду стараться, ребят, реально. Вот я буду стараться. Вот. Надеюсь, что все получится. Нужно будет чуть-чуть отойти назад. А вообще узнать, здесь граница острова уже начинается, ну то есть край. А, ну мы уже на чужой остров зашли, пофиг. Уже чей-то другой остров на самом деле начался. Хотя, знаете, как сделал? Не, не, то не сюда пойдем. Здесь оставим. Вот. Окей, отлично, отлично, отлично. Вот сюда, вот лучше в эту сторону. Пойдем, да-да-да, вот в ту сторону лучше пойдем. За облачко вот туда. В принципе, здесь же должен быть центр острова где-то быть, да? Значит, если мы в ту сторону пойдем, там, скорее всего, у нас будет больше места. Поэтому идем в ту сторону. Здесь еще какое-то облачко есть небольшое, но его можно будет это переделать. Да ладно, здесь уже остров заканчивается, да выгонит. Тогда придется снести, наверное, вот этот бассейн и вместо него сделать снеговика. Кстати, а что если за его основу использовать как раз-таки низ снеговика? Может чуть переделать внутри воду оставить? Давайте так и сделаем. Тут у нас снега. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13, значит, в эту сторону. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вообще, знаете, я дурак. Знаете, как можно это изи делать? Берешь топорик, короче, и выделяешь одну сторону. И выделяешь другую сторону. И узнаешь, сколько было. 16. Здесь берешь, так выделяешь, и выделяешь. И 13. То есть, как бы то, что мы и узнали. Вот, нам нужно, чтобы он был более-менее симметричным. Он все-таки квадратный будет у нас. То есть, если 13, нам нужно добавить еще 2 блока. То есть, вот так вот, 14, 15, 16. 16 блоков нужно добавить, да? Вот, и там тоже снизу сделать все это дело. Вот так вот, красивенько. То есть, он примерно будет вот таким. О, мы как раз, кстати, вписываемся в это дело. Смотрите, мы как раз вписываемся. 16 блоков, ребята. Ну, это серьезно, кстати, такой достаточно этот поворот, потому что нам придется 16 блоков и его еще в высоту строить. То есть, если у нас здесь 2 блока, да, то есть у нас будет реально огромным снеговиком. Я хочу 3D-арт такой небольшой сделать. Как небольшой, большой. То есть, нам надо очень много снега. Сделать ему руки, еще ведро на голове. Ну, ведро не железное будем делать, иначе нам точно не хватит до 31 числа времени, чтобы столько железа найти. Что... Все-таки будем откровенны, это все-таки скайблок. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, 16 блоков. Вот такой у него будет первый блок. Такой вот будет реально первый блок. Сейчас я, в принципе, весь каркас ему сделаю, наверное, который у нас будет здесь, ребятки. Вот таким вот образом. Оп, отлично, 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 ребятки, отлично. Кто у нас тут сверху? А, ого, блин, я забыл, что здесь такая тема. А вот, блин, тут не получится его сделать. Везде на нашем острове уже закончилось место. Где же его делать-то? Точно здесь же остров, да? Эх, Аника, я даже не посмотрел вверх. Вот и дурак. Ладно, оставим этот снег здесь. Пусть будет как некий шаблон, что ли.
Тогда будем делать как раз таки. Ладно, все. Пойдемте тогда, не знаю, в какую сторону-то пойти. Блин, где у нас на острове место для этого есть? Сверху все уже застроено. Может его начать сверху строить, не знаю, 3D-арм. Да, он не будет смотреться. Я больше хотел его снизу начать строить. Вот так вот, ребятки, не хватает места. Ладно, давайте начну строить здесь. Все-таки забил на остров того пацана. Не думаю, что он будет против. Вообще не вижу, что там что-то было. Там просто какая-то пустота. Короче, этот ворон не будет против, что я займу его остров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь сюда, да? Вот, это восемь, да, получается? Так, так, восемь, да? И, наверное, раз, два. Я бы хотел бы его не таким огромным делать. Там не 10 блоков, да? А у него не 16 блоков, а блоков 10 сделать. 10 на 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. У нас 10 на 10 получается он. Да, он будет таким небольшим. Все-таки давайте уже сделаем его небольшим, чем делать его большим. Потому что тогда мы потратим слишком много времени на него. 10 на 10. Такой вот квадратик начнем делать. И потом еще, естественно, поменьше квадратичек сделаем. Там где-то 7 на 7 примерно. Вот. И уже его лицо. Там оно будет вообще 5 на 5. На 5 на 5 как раз самое то для головы снеговика, естественно. И бедро на него, голову наденем, все такое. Потом, может, даже как-нибудь задекорируем и округлим. Но, к сожалению, строить я его смогу только один, потому что я сейчас строю вообще на территории другого острова. Вот именно про это я и говорил. Видите, как бы здесь сейчас сильно не размахнешься на... секундочку. Вот, блин, названивает на телефон, название. Спалил свой номер, короче, ребята, как-то раз на стриме, да? Рабочий номер. То есть у меня есть два... у меня есть несколько симок. У меня где-то около 5 симок. И некоторые из них рабочие. То есть только одна живая моя, на которой мне все друзья звонят и так далее. Так вот, спалила, короче, рабочую симку, но теперь на нее звонят школьники и подписчики. Это не круто, ребят. Не звоните мне на рабочую симку, ребят. Нет. Не заставляйте меня выключать телефон, ну, ставить его в автономный режим. Ну, типа, смысл вы на нее звоните? Он в автономном режиме стоит, и никому... и вы не сможете дозвониться. Зачем вы вообще звоните на телефоны, которые видите на стримах? Что за люди у нас пошли нынче, а? Вот так вот. Спалил случайно телефон, и все теперь... что, мне теперь всю жизнь мучиться, что ли? Так. Блин, тут не хватает немножечко. Ну, сделаем так. Оп-оп. Теперь так вот еще. Оп. Отлично. 44 еще. Снега. Ребят, что-то снега маловато. Вы что-то снег не таскаете, да? А, о-о-о, не, есть снег, есть. Так, Аника, начинай, короче, переделывать все снежки в блоки, чтобы я приходил и не парился с этим. А то я уже устал в блоки переделывать, если честно. Вот, они тут, Аника, лежат. Ну, в сундуке больше на таком. Да и в меня блоки не кидайте, в меня кидайте... а, ну, в принципе, кидайте их в сундук, лучше, чтобы я их в сундука брал. Так, так, отлично. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, отлично. Все, теперь этих блоков достаточно. Может быть, даже на эту серию уже успею построить первые, ну, основания для этого снеговика. Отличненько, отличненько, ребятки. Ну, что-то сегодня слишком много пауз ставлю. Хотя, не знаю, это была первая пауза или нет. Вторая, точно. Я же сначала чувака хотел добавить. Все, отлично. Поехали. Ворон, все равно, видите, он там начал строить свой островок и не закончил. Ну, немного парень такой подумал. А, ладно, что я буду делать? Да, будет совершенно другой полностью плагин с скайблоком. Мы хотим кое-что переписать. Будут и адские острова, и острова края. То есть, ну, много чего интересного будет, скорее всего. Вот, так что, ребята, не беспокойтесь. Это вайп, он идет как бы... ну, это не просто так. Это идет на благо сервера, ребятки. На благо сервера, да. Все, теперь вверх. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это вот будет общий каркас. Сейчас, кстати, наверное, сделаю. У меня сейчас реально блоков хватит, чтобы сделать каркас. Вот сюда, вот еще, да, получается. Теперь мы ровно над ним. Делаем каркас нашего снеговичка. Ну, если он такой, в принципе, будет не огромный, да. Я сначала планировал сделать реально огромного, но теперь подумал, что, блин, двух серий-то может этого не хватить. Ну и плюс еще того времени, которое я буду за сериями строить. Но я еще на стриме буду, естественно, достраивать. Возможно, если не дострою, да, на 100-часовом стриме я буду достраивать. То есть такой вариант вполне уместен, ребята. То есть то, что я на 100-часовом стриме это буду достраивать, доделывать. Так, сюда. И теперь вот так вот. Вот сюда, вот здесь половина. Здесь у меня топорик-то деревянный. Вот мне раз. Пять. Я все-таки знал, что здесь половина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, здесь 9-10 получается. Здесь тоже середина. Начинаем так вот. Не понял. Где-то что ли косяк допустил? Нет, 8, 9, 10, все правильно. А, ну да, 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 все верно, все верно. Здесь просто нужно по два строить вот так вот. Фух ты, я чуть не запутался реально. Чуть сам себя не запутал, ребят, реально. Так, ну и тут, естественно, будет, скорее всего, где-то 7 блоков все это делать. То есть, наверное, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот будет следующий куб.
А, следующий куб с головой будет еще меньше. То есть он где-то будет 1, 2, 3, 4. А, то есть это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если 7 на 7 брать, то он уже будет отсюда идти, да? То есть как бы, то есть надо будет, получается, голову делать 4 на 4. А влезет ли она в 4 на 4? 5 на 5 голова была бы самая то. Может, это сделать основного снеговика не 10 блоков, а сделать ему 11 блоков. То есть сделать его вот таким вот. На блок больше, или то нужно лучше, получается, 12 блоков делать. На один блок, если мы сделаем его шире, ребятки, с вами, да? Давай сейчас, кстати, протестим все это дело. Вот 11 блоков, тогда можно будет сделать его в ширину на один блок еще больше. То есть второй как раз таки блок, вот этот, хоп-хоп. Вот так вот, да, и то есть тут как раз, где у нас лопата. Тут как раз таки мы идем сюда, вот сюда, здесь заворот сюда, вот такой вот. Ой-ой, все падает у меня. Ну, немножко даже работу здесь убиваю, да? Но ничего страшного. Так, хоп. И тогда он уже получается у нас с вами 7 блоков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да? Потом один мы здесь уберем. Скорее всего, будет 1, 2, 3, 4, 5. Да, вот будет 5 блоков. 1, 2, 3, 4, 5. Да, все, вот теперь отлично. То есть вот отсюда мы уже будем строить 7 вверх. Это у нас 3, 4, 5, 6, 7. Здесь у нас будет опять же каркас. Вот такой вот, смотрите. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп. А голову мы уже будем строить, скорее всего, как-нибудь из тыкв. Сделаем зажженные тыквы в виде глаз, да. И рот ему как-нибудь тоже из снега. Но, естественно, нос, морковка тоже оранжевый, чем-нибудь шерсть, возможно, достанем где-нибудь. Овечек нужно будет перекрасить, шерсть достать. Ну, шерстью придется реально попотеть, мне кажется, ребята. Так, вот. И здесь, получается, будет вот такая вот голова идти вверх. Ну, то есть, это я сейчас чисто каркас делаю из снега. На самом деле, она будет из тыквы. Вот, да, отлично. Хотя можно будет тоже снежный. Я хочу все-таки тыквенную голову ему сделать. Будет прикольнее из тыкв. Вот такой вот снеговик примерно будет получаться. Но будет еще сейчас, давайте сделаем 3. Здесь можно сделать так, кстати, 1, 2, 3. А, может быть, здесь надо было на блок выше, кстати, его поднять. Тут вот именно этот блок. То есть, ну ладно, давайте так оставим. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот получается. Его сделать надо. Он, конечно, наверное, немного несимметричным получится, вот так вот, хоп-хоп, да, и там уже будет у него ведро на голове, вот так вот он будет примерно выглядеть, сейчас я пойду посмотрю вниз, посмотрю, как это смотрится, пока что, конечно, он не заполнен, смотрится это странно, наверное. Да, то есть вот у него будет большой блок, вот этот, кстати, на один выше еще блок поднять, вот этот, все-таки я здесь начал считать с каркаса, нужно было считать уже с блока выше, то есть здесь между ними всего 6 блоков, а не 7, то есть его нужно будет сделать на блок выше, да, и вот такой вот снеговик, в принципе, получится, здесь сделаем руки из бревен, да, как раз таки вот эти бревна здесь нарубим, да, и сделаем ему шапку тоже из чего-нибудь прикольную, думаю, может быть, даже можно будет и шерсти из белой сделать, вот, ну, типа, как будто бы это металлическая, на самом деле, шапка. Вот такой вот у нас будет, ребята, с вами снеговик. Начнем его достраивать в следующей серии, естественно. Может быть, я уже, конечно, частично построю и без записи. Но так вот мы с вами играли на скайблоке, ребята. И надеюсь, то, что на следующей серии... Ну, то есть на следующей серии мы достроим снеговика. Но если же нет, то достроим его на 100-часовом стриме. То есть это 100-прудово. Все-таки вайб будет до 100-часового стрима. Ну, а пока мы с вами заканчиваемся. С вами был Демастер, ребята. Чтобы попасть на последнюю серию скайблока, для этого зайдите, наверное, в TeamSpeak. Я на последнюю серию скайблока наберу где-то, наверное, человек 5 или 6. Может быть, даже 7. Ну, типа, по максимуму. Потому что все-таки последняя, ребят, серия. Нужно как можно больше людей взять. Боже мой, когда мне два арбузика в руках, это смешно смотрится. Так вот, может взять лучше два снежка в руки. Оп-оп. Так вот, поэтому, ребятки, знайте, то, что будет все-таки, ну, будет набор большой, будет реально огромный набор. Я возьму по максимуму людей, потому что не все смогли попасть. И так хотя бы еще большая часть людей сможет попасть. Поэтому на последнюю серию я буду набирать реально очень много людей. 7 или 8, может даже 10. 10 человек возьму, прикиньте, будет реально круто. Вот, будет, конечно, хаос, неразбериха и все такое. Но почему бы нет, почему бы такое не замутить. Так вот, ну а это мы с вами прощаюсь. С вами был Демастер, играл на Редбоксе. Айпишник оставлю в описании, как обычно, вот. А это мы с вами прощаемся. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.